Меня зовут Алена. Ранее обучалась в этой же школе, SkillsUp. Я обучаюсь уже на протяжении, наверное, 5-6 лет здесь. Я проходила там, ну, не только здесь, еще была одна школа до этого по дизайну персонажа, но она была такой обобщенной, то есть я не получила там азы, базу. Я получила все здесь, обучилась базе, медиум, хайо, и сегодня пришла на интенсивы. Дело в том, что мне нравилось всегда рисовать персонажей, и для этого, собственно, нужна анатомия. Я хочу изучать анатомию, но у меня была 2D-шка, да, до этого, то есть надо пройти для анатомии рисунок, да, ну, базу я проходила, рисунок медиум и так далее. Собственно, я хотела вообще пощупать, попробовать, что это такое. Очень много не пустой информации, много, я имею в виду, не пустая, не вводная информация. Очень советую интенсивы в этой школе. Получила, ну, пока что, такие общие, может быть, моменты. Ну, я имею в виду, получила я много, но освоила, может быть, какие-то общие моменты, которые с повторением, да, собственно, приобретут какую-то форму уже. Буду стараться, буду учиться. Вот, знаний, на самом деле, это дает очень много. Ну, все остальное от меня зависит.